Три дня будем проходить? Ой, да брось. Какие три дня? Пять. А что, это так работает, да? Прикольно. Окей. Ну, блядь, кинь ты нормально, ёбаный ты стыд. Раз. Два. Окей. Это чудо головоломки тоже. Тут ни одна комната без головоломки не обходится. Право. Окей. Лево. Угадай, что дальше. Право! Я не знаю, почему. Блять, в смысле нет. Право, лево, право же, ну. Алло. Бля. Право, лево, право, правильно? Я ни хера не понимаю эту игру. Что они так делают-то? Лево. Или надо было просто лево-право сделать? Чё-то я ничего не понимаю. Давай сделаем лево-право. Дождь.
Для фанатов Зельды, мне кажется, это, конечно, охренительный подарок игра, но... Ну, что-то они, конечно, загнули здесь с загадками. Прям очень сильно. Да какого хера-то, блядь? Что происходит? Я нихуя не понимаю, как это работает. Чего, блядь? И сверх центр, окей, ладно. Лево. Блять, как? Что? Стоп. Что? Жи. Я правильно понимаю, чего они хотят? Я вообще как до этого должен додуматься? Да, блять, ты будешь что-нибудь падать вниз-то, алло? Идем вправо. Идем влево. Идем влево. Попадаем назад. Чего, блядь? Как? Сука, я смотрю, вот у меня видео открыто, я по которому смотрю, блядь, я делаю все то же самое, блядь, и я не попадаю туда, куда я должен попасть. Какого хуя-то вообще? Что? Как это работает? Я же просто сам не понимаю, что, блядь, происходит. Он идет вправо. Убивает всех. Двери открываются. Он идет влево. Он опять идет влево. И он появляется в той же комнате, где он был, блядь. А потом он идет вправо. Какого хуя? Что, блядь? Я точно то же самое сделал, блядь. Только что. Че ты, блядь, мне мозг ебешь, играя? Походу зареспавнился. Влево. Блять, докинул, ага. Влево. О, блять, привет, нахуй. Как я до этого вообще догадаться должен был? И теперь вправо, да? Вправо. Уйдите, ебать. Так изи же.
И что это? Три форс, блядь, нашли, все. Ларс, ты среагировал на крик пытки моей души. Вероятно, я вижу, если ты поистине обладаешь мощностью спасителя. Что? О боже, блядь. Что ты, блядь, такое? Его можно просто бить. Дамажишься вообще, не пойму. По-моему, он помер. Фух. Древний страж должно быть побежден. Или должен быть побежден. Даже не знаю. Даже не знаю. И ради чего мы все это делали, Аурос на миллион? Я вижу мощь, которую ты обладаешь. Один с такой же силой, которой обладаю я. Возможно, ты один из тех, о ком я и говорил. И я открою тебе истину, смельчак. Я... Правду, Ларс, один из семи охранников этой земли. Я единственный, кто может знать абсолютную истину об этой вселенной. Ты, смельчак, держишь мощь спасителя, как таковая твоя суть. Судьба, ведьма, уничтожить Малзаса. Это грязное стремление сделать мир абсолютно черным. Даже теперь он приказывает Маргу помочь ему вернуться в реальность. Слушай меня, спаситель. Ты должен использовать семь кого-то там, чтобы разрушить печать и уничтожить Малзаса магией. Ты и правда достоин узнать мой секрет. Сосуд жизни? А ты мне все сундуки отдашь, братан? Отдай мне все сундуки. Что еще? Что это такое? Свиток земли? Что это такое? Что это мне дает вообще? Кристаллы какие-то. Магическое семя? Окей. Я дам тебе первый гребень, мой гребень. Спасите. Тебе надо собрать 6 недостающих до того, как Мелзас направит бургов уничтожить землю. И это еще что, блять? Рубин. Рубинник. Рубин пик. Чего? Чего?
Когда соберут вместе все семь гребней, печать будет разрушена, и придет Мелзос. Стражники, которые еще остались на этой земле, приведут тебя к конфронтации. Берегись, спасатель. Спаситель. Я освещу путь, который вернет тебя в мир живых. Окей. Еще как минимум 6 локаций, да-да-да. Это урок. Я дам тебе первый гребень. Гребень! Моя гребень! Так, не надо мне тут концерн, Феонор. Чего? Ты смотришь в душу мне? Так, что тут произошло, пока меня не было? Что это такое? Что за свиток? Что он дает? Прочитать. Свиток земли. А, уровень земная магия. Град из валунов? И нахуя мне это? Есть курить. И как долго оно восстанавливается? Или оно не восстанавливается? Это было одноразовое. Теперь очень поздно возвращаться назад, поверь. В смысле поздно? Никогда ничего не поздно. Что ты придумываешь? Оптимистичнее веди себя, гробовщик. Пс. Ну, это вряд ли. Меч новый, ты о чем вообще? Это же Зельда-подобная игра, какой меч. Максимум. Максимум дадут какой-нибудь стреляющий. Просто тот же самый, только он будет стрелять. Ты не слышал, Алундра? Боннер и кто-то там еще заболели. Эта деревня проклята. Алундра проклята! И тебя должно было вынести в другой берег. Ты понимаешь, о чем я говорю? Вакул, ты вообще прям заебал меня. Вакула, не кричи. Иди, блядь, лучше в Питер. Слетай, блядь, на черт. Черевички привези. Хули он? Хули мне тут предъявы кидает, блядь? Не тот берег. Я, блядь, чё? Я когда тонул, выбирал, что ли, какой берег? Вот на тот, наверное, поплыву. Ну, заболел-то. Идрите. Пойдем схоронимся лучше. Сохраниться на квадрат. Чтобы нажать «Да», нужно нажать «Х». Чтобы использовать книгу, нажать «Квадрат». Чтобы нажать... Чтобы сохраниться, нажать «Х». Чтобы выбрать сохранение, нажать «Квадрат». Чтобы сохраниться, нажать «Х». Как тебе, блядь, схемы такие? Мне вот нравится. Ничего сложного абсолютно. Я, правда, не знаю, почему не x все время, или квадрат все время. И чтобы вот это в конце принять, надо тоже нажать квадрат. Квадрат, крест, квадрат, крест, квадрат. Все. Вот тебе сохранение. Изич просто. А магия сама собой такая не восстанавливается, да? Нравится, нравится. И как ее восстановить? Кто заболел-то? Слышь, что? Боннер и Надя оба заболели. Так я скоро стану мэром деревни привидений. Смешно, блядь. Кто заболеет следующий, кто отдаст свою душу? Эти рассуждения убивают меня. Ты, блядь, как это? Как этот... Посторонний вход воспрещен в фильм? Кто
отдаст свою кровь. Ну вот дали нам магию, и чё нам её дали? Надя заболела. Надька, Надюшка, блядь, ты чего? Слушай, продай броню, ты заебала. Это ужасно, извиняюсь, эти доспехи не продаются. Это вы его прадедушки, понимаешь, правда? Да, я все прекрасно понимаю. Я знаю, это трудные времена, на самом деле. Все испытывают трудности. Но если ты попытаешься уйти отсюда, не заплатив, я боюсь, мне придется сломать тебе коленные чашечки, тварь. Забери, шлюха. Нахуй ты на прилавок выкладываешь в товар, который не продается. Чё это за... Я по правилам торговли имею право его купить, блядь. Если он у тебя лежит, значит, может купить. Чё-то все дома закрыты стали, не? Так, здесь кто живет? Здесь живет. Натик. Боннер. О, Боннер, милый. Алундра, как обычно, ты прибыл в самый нужный момент. Она, очевидно, застряла в проклятом кошмаре. Проклятом кошмаре. Мы оба знаем единственного, кто обладает силой, чтобы спасти ее. И это, конечно же, не я. Пойдем отсюда. Ну так давай начнем. Что ты тянешь? Надя не спала 6 дней. Неудивительно. Она так больна. Надя хочет встать, спать. Но моя милая знает, что деревня опасна, если она заснет. Жилис заперся внутри дома. Молился богам, чтобы помогли ему. Но если они не услышат его мольбы раньше, то не услышат ее сейчас. Вы, блядь, начнете там этот... ритуал экзорцизма мы начнем? О, боже. Что так шумит? Это звучит как... О, нет. Надя, ох, Надя, почему это случилось? Почему боги прокляли мою дочь, разлучили ее со мной? Мир жесток, неправильное место, я утешусь в объятиях чего-то там, кого-то там. Ты кто? Здорово. Фей. Я слышал плохие новости от Юрия. Дом Олина был разнесен в куски. Видно, Надя задремала. Сука. О боже. Видно, Надя задремала. Ух. Мы должны найти, как остановить эти гибели. Ух, я, наверное, заснула. Проклятие, мне жаль, что я подвергла вас опасности. Да ладно, Олин все равно сдох. Нет, ты не виновата, ты же не можешь этим управлять. Алундра, душа Нади уходит от нас, ты должен войти в сон быстро и спасти ее. Нет, Сентимус, Алундра не может войти в мой разум, пока, когда я засну. Если он попытается заснуть, пока... Чего? Я скажу Боннеру о моих чувствах, это может быть последним шансом. Вы можете привести его сюда, он должен поговорить со мной. Что любит меня, хочу его... ля-ля, я хочу его улыбку. Только мне. Я знаю, что каждый готов попросить. Попросить Алундра, я тоже хочу. Прошу, приведи Боннера назад. Слышь, блядь! Я чё, блядь, мальчик, ты побегушка? Ёбаный стыд. Чтоб ты, блядь, не проснулась больше. Боннер. Боннер это такой, короче, какой-то блондинчик, что ли? Что-то. Где-то он тут где-то рядом живет.
Я помню его. Тут что-то рядом с фонтаном где-то ошивался. Здесь бабка живет. Бабка нам не нужна. Нам нужен пацан. Выкидывай суку, мы не можем ее одну бросить. Выкидывай суку! Сюда, Лёш. Кричи. Я чё понять не могу. Нахера здесь так много денег, если купить нечего? Вот он, наверное, здесь живет, не? Боннер продолжал выкрикивать имя Сары. Оно звучало как имя женщины. А подожди, а он же спит. Сара, любовь моя, я иду к тебе. Какая еще в пизду Сара? Боннер всегда спал шумно, но это не обычный сон. Боннер остался лежать с тех пор, как в кошмар в горячий грубая становится влажной, блядь. Что, блядь? Хоть бы немного понять, что вообще, блядь, происходит. Да, действительно. Я бы с удовольствием хотел бы понять, что происходит. Не волнуйся за меня, Воннер. Вот кто нуждается в волнении. Так, кто-то пришел. Я остановился посмотреть, как у Нади дела. Я не думал, что она стала такой хрупкой. Алундра, прошу, буди Боннера как можно скорее. Ты та, которую люблю, Сара, я всегда любил только тебя. Войти в сон Боннера? Войти в Боннера? Боннер. Боннер — это английское слово. Это из этого... Как он? Shadow of Demnot там. Taste my big Boner. Вот, да. Мечта Боннера. Сара, Сара, не стесняйся. Ты лакомый кусочек, давай я тебя задержу. Я здесь, греческий бог, иди ко мне, Боннер, быстро, ну же. Нихуя себе, мне может логотип снизу повесить, Brazzers. Что-то это, блядь, что-то это начинает набирать какие-то странные обороты. Что-то можно как-то что-то? Или рычаги? Ну, рычаги, видимо, да? Окей. А еще я, знаешь, что забываю постоянно? Что надо как бы убивать всех врагов. Потому что иногда, если их убить, может что-то произойти же. Да ёб твою мать! Икс! Икс! Теперь квадрат. Теперь квадрат. Это важно. Теперь квадрат. Квадрат. Икс. Квадрат. Угу. Все. Изич. Легко. Насморк. Сука. Что заново появились? Ну-ка, врысь. Что это за кнопка? Это просто лестница? Окей. Это что такое? Ничего. Это мои сексапильные мантры. Что тебе не нравится? Мантра! Оу, это что, телепорт?
шуметь. А чё, она не работает? А чё она не работала? Окей. Чё? Это надо бомбу? Или чё? Так, вот это явно работает. Сказал, что мне что-то не нравится. Тебе всё не нравится. Как это да? Отписка. Всё, да. Да. Сделай это! Сделай! Давай! Ой! Ну это, блядь, чистая Зельда была сейчас только что. Прям чистой воды. Толкнуть камень. Беги! Так вот, блядь, что ты делаешь? Куда ты, не надо. Ты, блядь, серьезно сейчас? Я всю эту дорогу проделал, только чтобы понять, что тут, блядь, дверь заперта. Иди в жопу, игра. Я вот даже... Простите. Так, через синий мы входили, вот через красный нет. А вот это заработало хреново там. Что-то я. А вот это я, блядь, зря сделал. Вот это я прям зря сделал. Начинаю понимать, как работает здешняя механика. Так. Так, ну-ка, брось эту хуйню. Как я, подожди, прошел в первый раз? Что-то я... Мы вошли сюда. А что я дальше сделал? Это что ли потрогал? Да нет, вроде не должно быть так. О, здрасте. Кей получено! Отлично. Спасибо за хвост, Кайри. Привет. Сара, ох, Сара. Куда ты шел? Куда ты идешь? Брось мои кости здесь. Чего? Ты поистине хочешь меня куда-то отвезти? На самом деле я буду ездить булочки. Я отправлю тебя куда-то в рай. Что у меня происходит? Пройди в эту дверь, это почти то сладенький. Что они? Что у них за ролевуха тут, блядь? Что это за Сара? У него же другая как-то женщина втюрена. Что это? Что? Какая еще Сара? Не знаю, каких Сар. Ой!
Так, есть предположение. Нужно сделать следующее. Надо взять бомбу, кинуть ее, встать вот сюда. Чё дальше? Ха-ха-ха-ха-ха. Заперто. Я нихуя не понимаю. Блять, глаз, не слезись. Чуть не помер. Ага. Вот оно что. Так, это открывает чего? Это открывает красный портал. Наверное, да? Да. Красный портал. Это нужно. А где это было-то? И теперь надо вот сюда, я не проходил. Сходи! Посуда! Сдохните. Ключ еще один. Ага, хорошо. А как теперь вернуться? О, подожди, это было тут? Здесь это не надо все кнопки опять нажимать. Так, ну по идее вверх, через дверь. Мы как раз придем туда, куда нужно. Да не надо, блядь. Ты вот что это было? Какого черта? Чего вот он? Чего он упал? Не лезь. Блять, что ты? Да что такое-то, блять? Как же, сука, не душни. Куда ты идешь? Вот что ты опять хотел упасть? Блять, ну, кто это, блять, зачем? Блять, урод. Ну вот, не мудак, нет. Прыгни, пожалуйста. Пуба! О, нормально. Конечно, не докинул. О, нормально. Телепортадо! Дверь. Кресло. Альфред. Иди ты нахер, игра! Сука. Да ну чё это? Да чё ты доебалась до меня? Где она переключается, эта херомбала? Блять, конечно, она там в данже переключается. Ну зашибись. Где бы ей ещё-то переключаться? Ну не здесь же. Заходим сюда. Переключаем.
Не было портала назад. Был. А теперь давай повторим все то же самое, да? Ты изысканное чувство юмора, блядь. Я почему-то думал, что он не долетит. Что мне придется второй раз бежать опять. Ну ладно. О, хилочки, 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 хорошо. Так, вверх, блок открыт. Не понял. Что? Это колдунство какое-то опять? Хе-хе. Ключ. Хорошо, что здесь есть... Так, наверное. Чё это? О, да. Сосуд жизни получен. Нормас. Хорошо. И это все, что ли? Или что? А, ну нет, мы же его не спасли. Золотой орёл ещё один. Нахера они нужны вообще, орлы? И чё ж не дают? Поторопись, дорогой Боннер, кто-то поджидает меня, чтобы устранить. Чё, блять? Это точно не может случиться. Нас не разлучит ничто. Сара, я пройду ради тебя через все трудности. По крайней мере, я постараюсь. Слышь, Биг Боннер. Ну-ка, остановись. Почти там, еще немного. Небольших шагов, и мы сольемся в одно своими гибкими телами навсегда, дорогой Боннер. Она тебя к обрыву ведет! Я видел... Я разрушаю души, я бессмертен. Более того, я обижен. Никто не поможет, Саре. Разрушаю. Меня же вампиры впечатляют. Что, блядь? Я сейчас тебе лицом... О, блядь. Китить. Эти ваши... Прыгающие шипы. Да она его явно к обрыву ведет. Я это в каком фильме видел. Заходи. Волнорез? Что, ты сделал хорошую закуску? Что? Кто ты? Что ты такое? Я рад, что ты здесь. Не думал, что у тебя есть мясо. Это мне по вкусу. Возможно, я должен повернуться к кому-то еще. М-м-м. Что это? Ты здесь, чтобы спасти Серфингера? Че? Слишком поздно, Боннер заминирован, возможно. Что-то взамен. Доверься мне, я подарю тебе жизнь. Стань моим любимым рабом. Возможно, когда-то я тебя наскучу. Я постараюсь, чтобы этого не было. Чего, блядь? О, боже. Ну ты чё, прикалываешься, что ли? Удачно кинул бомбу-то, блядь. Понятно.
это вообще адекватно? Ему надо просто попасть, что ли? Да ёб твою мать. Сика. Ладно, у меня есть хилки, ничего страшного. Ага, получил, будешь знать. Его эта Сара снится, она его просто глючит. Блять, ты угораешь что ли или что? Спокойно. Да, блядь, глаз, сука, бесишь. Какой-то хуёвый босс, на самом деле. И я попал прям точно в первого. Глаза устали. Да ну ёпте! Да не сложно. Вся сложность, блядь, поймать его, всё. А как насчет... А тебе не надо горячего шоколада, блядь? Нихуя себе жахнул. Сара разбита, да? Есть и такое. Дуди, чё? Что ты здесь делаешь? Что я здесь делаю? Где Сара? Сара, шлюха твоя. Боннер, моя сладенькая булочка. Я так страдаю. Мне так больно. Помоги мне, Боннер. Почему ты упорствуешь в своем эгоизме? Я предлагаю тебе мое сердце. Как ты можешь быть таким бессердечным? Смотри, что ты делаешь со мной, точнее, с нами. Ты предал нашу бедную любовь. По-твоему, я никто? Но я же тоже не останусь одна. Ой, нет. Я украду душу того, кого ты любишь. Того, кому ты уделяешь внимание. Когда ты поймешь нас, последний абзац что-то не понял. Бы.
Далеко, думаешь, дошел? Нет. Прошел 3 часа геймплея. Примерно. Еще осталось, ну, 12 часов геймплея. Не написать во время тайм-аута. Что ж, сука. С возвращением Алдорда. Что произошло? Боннер в порядке? Боннер в порядке? Это прекрасно. А, мы должны вас использовать эту возможность и поблагодарить богов. Олл! Хорошо увидеть снова светлый глаз Боннера. Я увидел. Я был уверен, что его время пришло. Где? Где я? Пижон! Ах да, Сара, это прошлое. Ну, как прекрасно вернуться в те времена. Чё, блядь? Кто Сара? Сара была моей мечтой. Лучше я всегда хотел землю, но лучше бы у меня была всего лишь кусочек моего воображения. Но в моем сне она была как бы реальна. И какой-то сумасшедшей она не хотела меня будить. Кто знал, что моя мечта вернется, чтобы стать психическим паразитом? Ты? Алундра, спасибо, но у нас осталась большая проблема, заставляющая морщить лоб. Я могу спросить, что случилось? Когда Сара существовала, она сказала, что захватила душу ребенка. Будучи самым невинным дитя, я влюбился. Думал, что Надя друг. Я хотел что-то жениться на ней. Через некоторое время я думал, она создана что-то для Бона. Чего, блядь? Она умерла, да? Ты пришел сказать, что она умерла. Твоя догадка верна, Бона. Либо причина в Саре, или причина в том, что она не может жить, когда Надя закрывает ее глаза и не удается снова их открыть. Чего, блядь? Чего? О чем вы говорите вообще? Ничего не понимаю. Кто-то умер? Или что? Да ё-мать, блядь, как вы заебали меня. Не объясните мне по-человечески нахер. Спасибо геройским усилиям Алундры, Боннер спасен. Наступили сумерки, но со смертью Нади что-то еще. Так она умерла все-таки, да? Ну, случилось в дереве. Зачем вы девчулю-то убили? Лучше бы этого пацана убили, блядь, он беспонтовый. У него какая-то там Сара, блядь, во сне. Так. Чё-то кузнец кузнечит. Слышь, чё? Кузнец чё-то кузнечит. Любопытно. Чё там наделал-то? Бля, свиток реально выручил. Прям жахнул и всё. И убил нахер. Так, чё ты там стучишься? Слышь, блядь? Ты на кузнечике, блядь, прыгаешь? Чё ты делаешь-то? Есть курить, это что такое? Найди на смерть подвигла меня сделать это. Возьми это, Алундра. Чё это? Получен железный нюх? Железный нюх? А чё, зачем он мне? Он что-то ломает? Белые стены, небось, ломает, да? Ой, новое оружие. Железный цеп. Великая сила атаки. Измельчает камни. О, я как-то подумал. Ух ты, костырь ванил. Неплохо. Впечатления я не знаю, какие у меня. Игра слишком муторная. То есть я бы лучше больше бегал бы, исследовал мир, чем решал головоломки. Я сижу, думаю, я еще досижу час один.
Я уже просто не могу, меня вот что-то вырубает прям по полной. Да я еще болтаю с людьми тут. Может, мне кто что скажет? Нестус прав, деревья, блокирующие мост, пропали. Спорим, мурги использовали это как приманку для ловушки. Это там справа сверху, что ли? Сибил продолжал бормотать, собственно, про пустыню. Тебя ты нарядись и иди послушай ее. Сделай. Че, блядь? Блядь, штурман. Мы потеряли способность творить. Мы смогли управлять нашими... чем-то там. Теперь наши сны с нами, видимо. Сны уничтожают, убивают. Хочу больше спать снова. Я не хочу спать никогда. Блять, а я хочу. Мост через реку открыть. Я знал это, поэтому дядя Юрий говорит мне. Так, броню она все еще мне не хочет продавать, да? Я правильно понимаю? Блять, а где она живет-то? Где эта продавчиха-то? Да шуб тебе. Ты здесь живешь? Продай броню. Ужасно извиняюсь. Мне прям вот, знаешь, то, что каждый раз приходится читать это все. Шалавон. Могу продать, это невозможно. Да я понимаю, что ты не можешь продать, это невозможно. Это, ну хотя бы давай вот эту куплю у тебя. Хочешь купить за 5 гилов? Я бы несколько купил. О, я и куплю. Ой, 3. Вот так вот, когда встает персонаж, кажется, что девушка. На заставке вначале показывали, что это парень. Да, зритель? Слышала, Лундра, что я скажу тебе. Ты знаешь реку Звастер? Неужто там дерево исчезло? Ты можешь ее пересечь благодаря большим перевалам, перегородившим. Это удивительно звучит, но эти деревья окончательно исчезли. Теперь я могу ходить в магазин. Владелец магазина был как инструментов, был как отец мне, когда я был помоложе. Я удивляюсь, как он ходил совсем. Слышь, что? А тут что, какой-то продавец еще будет? Я думал, это все. Так это что? Пошли? Чё? Пошли? Где это было-то? Вниз и вправо или вверх и вправо? Не помню. Где было-то? Точно не вниз. Внизу там что-то стрёмно. Там какие-то враги жесткие. Да иди, твою мать, как, блядь, из этой деревни выйти? Ты заебала деревня. Ты чё, Ты, блядь, деревня действительно проклята. Не могу выйти из неё. Чё за дела? Хер поймешь. Найти белую стену, проверить хоть на ней. Сюда. Насколько сильное оружие-то?
С трех ударов убивает. Угу. А раньше убивала с четырех, с пяти? Что-то не помню. Так, это все очень сложно. Давай я лучше сделаю так. Так мне будет быстрее сообразить. Давай мы сделаем так, смотри. А здесь же тоже был. Оп, блядь, что-то упал. Здесь был... Тоже вот тут. Проверим. Бум. Неплохо. А что здесь? Печи. Мне с ним что-то как-то не очень удобно бить по прямой. Не могу привыкнуть пока. Блять, да эти щитовики, блядь, что появились опять. С трех ударов умирают. Это чё? Это я знаю, где это. Это на речку, да? На болото? Куда там это всё? Я здесь был. Да-да-да, я здесь был. Были. Угу. Но каждый раз респавнится будет. Вот такое себе. Так. Дерево найдем. Да чтоб ты насморк. Господи. О. Это когда-то был дом Олафа, да? Олин, наверное. Олафа, блять. А потом Надя чихнула во сне, да? И дом расхерачила. Так, вправо или вниз ты что-то ее? Указатель. Мне нужен указатель. На указателе должно быть написано что-то. Мельница. Не уверен, что это то, что мне нужно. О, так, тихо, река. Река, река, река. Стебелек дрожит, надо мной жук жужжит. Комариный писк слышится слегка. Ласково жмурится солнце золотое. Весело плещется синяя река. Какие у нас здесь варианты? Это одно и то же место или что? Етить твою в душу. Зал пустыни отчаяния, опасно не входить. Ёб твою. Душевно. Да. Ну, пустыня, да. Нам обещали, что в этой стране пустыня. Вот, пожалуйста. Сдержали слово свое. Опять орел. Да что ж за орел-то, блять?
Зачем он нужен? Он нигде не отмечается, ну кроме как вон, 6 орлов, все. И чего? Ну 6 орлов, и что? Невозможно! Ну, вариант один. Сюда, наверное. Думтар над деревней Ноа, пустыня отчаяния, скалы безумца. О боже. С таким названием-то. А-ля Лавкрафт ядрить. Скалы безумия. Там хрипты были. Чё-то как-то быстро буря-то кончилась. Не? Перепрыгнуть не получится. Хрипты безумия — это самое странное, что я когда-либо читал. 100 страниц описания и потом, короче, 20 страниц экшена, блять, такого. Просто какого-то лютого. Который ты вообще уже не ждешь от этой книги. Опасно, скала безумца. Только опытные альпинисты. Я самый опытный альпинист, ты что? Я могу, знаешь что? Я могу это... Хижина Смит Ларви. Броня и годное оружие. Очень низкая цена. Ну-ка, ну-ка, блять. Ну-ка, ну-ка, слышь? Эй, дед, продай ружье. Белье. Какой приятный сюрприз. Кажется, я наконец-то нашел платежеспособного клиента. И где броня? А, вот это зеленая. Тут бронежилет. Хочешь что-нибудь купить? Будешь просто стоять здесь, как баран. Ты че, охуел, что ли? Дон Корлеоне передает свое почтение в ногу ему нах. Че, вот сколько это стоит? Рассказывай. Губа не дура, это кожаные доспехи. Сейчас они уже не очень популярны. Это неплохая сделка. Всего 120 золотых. Особенно, когда мода начинает пробираться. А, я беру. Что за синяя баночка, интересно. Наверное, много маны устанавливает. Или наоборот. А что, это пожалуйста. Как броню-то выбрать? Или она сама? Чё? У меня есть вторая страница меню. Едрить. Я полагаю, что дерево блокирующее мост должно исчезнуть. Я думаю, у нас хорошо пойдут дела. Все в магазине Ларви одного типа. Не думаю, что найдешь цену где-нибудь лучше, чем у меня. Сколько стоит? 4. Смотри-ка, блять, не соврал. Ты понял? Не соврал. А там за 5 продают. Не соврал. Что ты творишь? Ты хочешь навредить мне, бесстыжий урод? Убирайся из спальни и побыстрее. Я не могу. Мне не получается. У меня не получается. Взывается еще сипа.
Я пытался навредить твоей спа... Я думал, не сработает. На-на-на-на! Смесь прочности. А что дает? Устанавливает ИО в максимум. В смысле, ману? Еще можно спрыгнуть куда-то вправо. Как думаешь, будут огненные стрелы? Я просто думаю, а чё, чем еще кусты ломать вот эти вот? Ну, вряд ли дадут ножницы. Поэтому мне что-то кажется, что они дадут мне какие-нибудь огненные стрелы, чтобы я их просто сжигал. С безопасного расстояния. Опа! Опа! Чем кусты рубить? Там есть такие шипастые кусты. Вот эти маленькие. Нет, не ловушка, там просто они проход загораживают. Вот ты пыль. А вот эти маленькие, ну, тут деньги. Хилки. Бляха. Ты чё упал-то, ну? Бля, у нас ещё... Такое ощущение, что сейчас будет второй город. Но это вряд ли. Я что-то сомневаюсь, что здесь будут ещё какие-то города. Магическая смесь получена. Оба! Чудо-состав. И это еще что, блядь? Восстанавливает УО из ОЗ. Ух ты. Сразу и магию, и ХП. Интересно. Так, а куда мы еще-то можем пойти? Сюда не могу. Прыжка не хватает. Выше не вариант, только вниз если падать. Чё за дела? То есть, все, да? А хотя нет, стоп, не все. Не все, блядь. Не все. Трава получена. Отлично. Сможем? Окей. Неплохо. Да какой? Я в другой пытаюсь посмотреть. Ну, нормально. А что это? В пустыню отчаяния. Это работает. Это как те лестницы, что ли, которые, знаешь, на картинке, которые непонятно в какую сторону они повернуты. Перспектива, имею в виду. Чё?
Так, нужно как-то попробовать в левую сторону пройти. О, фак. Слушай, не, я что-то... Человеческий скелет наполовину торчит из песка. Медальон и вокруг его шеи сообщает: Пауль, кости скелета обглоданного животными. Чего в одной руке? Странный пергамент, свиток. И чё? И? В старинном свитке сказано, еле разборчивым почерком: на северо-западе есть святое место, в котором блаженный может вызвать смелость. Север, где-то там. Так, я сейчас понял, что я хочу вернуться. Хочу вернуться, сохраниться и пойти отдыхать. Меня что-то клонит. Сколько уже стрим идет? 7 часов уже. Да, блять, куда ты назад ты идешь, ядрить? Можно спрыгнуть? Нет. Побежали. Чего ты пружинишь от стен? Так, как мне тут спуститься? Уй! Тут мы пришли-то. Что-то я... А, да, вот отсюда. Да. Все верно. Да-да. Да-да, Фен. Привет. Здравствуй, здравствуй. Дорогой Боннер. Сладенький ты мой. Интересно. А я что-то вот этого я и не видел этого. На-на. Бомба решают. Вон кусты, которые я говорил. Шо вы? Я убил его? Интересно. Да ну ёб твою мать, откуда я пришел-то? Отсюда что? Думтарда, болото, деревня, вот. Лево. Да, да, что? Мам. What? Устал. Я и дрил такие игры, конечно. Где надо так много думать. Нет. Это микс.
между пазлами РПГ, которая как Зельда. И мне это, конечно, жестко как-то такие вещи. Плюс оно, да ну, у всех есть это прохождение. Я в него заглядываю, потому что я не понимаю, что мне хотят. Потому что тут, во-первых, еще перевод этот, блядь, кривой, тупой, непонятный. Так что